крайней мере, почему бы в этом ключе на эту замену не посмотреть. А вот момент, и мяч летит в ворота, гол! 1-1! Ангуш все-таки это делает. Ангуш счет сравнивает. Вот так вот. Во втором тайме не сказать, что какое-то прям серьезное давление они оказывали на ворота соперника, но они верили в то, что можно что-то изменить. И автором забитого мяча становится, если я, конечно, ничего не путаю, Амир Цичоев. Давайте посмотрим. Вот он, Амир выскакивает. Он, собственно, попал в штангу. Казалось, уже мяч и так должен заскакивать в ворота, но нет.